Всем привет! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Если вам нужно что-то быстро приготовить на ужин, этот рецепт для вас. Запеканка из кабачков с овощами готовится очень просто, быстро, а получается очень вкусно. Хороша тем, что ее можно кушать как в холодном, так и в теплом виде. И продукты для этой запеканки можно варьировать по вашему вкусу. Ее можно готовить как с мясом, так и без мяса. Для начала подготавливаю кабачки. Как вам этот кабачковый карандаш? Нарезаю кабачки с помощью вот такой овощерезки в виде соломки или спагетти. Отличная приспособа. Остальные кабачки нарезаю кубиками. Вот так. Вот так у меня получилось. Спагетти, вон, посмотрите, какие красивенькие. Отварной картофель натираю на крупной терке. Вот так. К натертому картофелю добавляю 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс. Добавляю немножко соли. Добавляю натуральный греческий йогурт. Можно сметану. Немножко черного перца. Немножко мускатного ореха. Все перемешиваем. Добавляю 2 яйца, часть тертого сыра. Вот такая масса получается. И добавляю столовую ложку крахмала. Все перемешиваем. И добавляю щепотку орегано. Его нужно хорошо растереть. Заливка наша готова. Теперь собираю запеканку. На дно наливаю немножко оливкового масла, высыпаю кабачки. Теперь добавляю спагетти с кабачка, равномерно распределяю. Здесь у меня вяленые помидоры, если нету, можно не добавлять. Немножко осталось у меня фарша, и я его сейчас сюда отправляю. Сверху выливаю жидкую смесь и равномерно распределяю. Сверху посыпаю немножко орегано, посыпаю молотыми сухарями. Если не хотите, можете не добавлять. И сверху оставшимся стертым сыром. Запекаю в духовке, разогретой до 160 градусов, в течение 25-30 минут. И вот такая запеканка получилась. Рекомендую, попробуйте и вы. Очень быстро, вкусно и легко. Если вам понравился рецепт, оцените его, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Всем пока-пока!